31 июля 2017 год. Мы прилетели в Крым, в город Ялта, и приехали в Ялтинский зоопарк «Сказка». Вот здесь пеликан. Пеликан. Да. А вот лебедь. Белый лебедь, он что-то один здесь. Там у него домик. Это пеликан сидит. Он, наверное, привык, что ему кушать дают. Да. А, видишь, и просит кушать. Угу. А там пеликан, там посмотрим. Пеликан. А вот смотри, здесь зоопарк сначала. Угу. Баба Яга, смотри. Наверх, может, пойдем? Давай. Сладкий сидит прямо на этом. Не огорожен. О, даже. Пеликан. Он прям даже не огорожен. Он никуда не уходит. Почему никуда не уходит? Он просто здесь живет. Здесь очень сложно. Я смотрю, это кто? Козлики. Ой, козлики. Смотри. Козлята. И козел. Козел, коза и два козленка. Они какие? Рожки маленькие. Рожки, смотри. Думает, пойдет. А вот смотри, Траус, это Нанду. Страус. Эму. Какой большой страус. Высокий какой, смотри-ка. Ну-ка. Эму. Ну вот. Обезьяны. Уютный зоопарк, очень уютный. Фонтанчики сделали. Фонтанчик тут. Такие маленькие. Обезьянки. Какие маленькие обезьянки. Ага. Ой. Вон какие. Она, смотри, бежит сюда. Смотри, это называется? Бурый капуцин. Южная Америка. Смотри, бежит, а не знаешь, что это. Вот, смотри. Смотри, бежит. Отгоняет других. Угу. Видишь, что? Отгоняет. Злой какой. Пошел. А и пошел. Он тут вообще страшный такой. Угу. С зубами наружу, смотри. Клыки. А смотри, мамочка держит ребенка своего сверху. Угу. Вон они бегают. Вон с детьми не надо бегать. Интересно, да? Да, вообще. Смотри, какой там вот сверху. Смотри, идет, угу. Мамаша. А детёшка держится. Смотри. Держится. Пришли. Вот сюда, смотри, пришли. Как крепко держится. Маленькие, какие интересные обезьяны. А, чихает. О, пошли. Чихает. Заразишься. А вот смотри, здесь другие обезьяны. Такие же. А это капуцин плакса называется. Смотри, как их много. Не к посетителям, смотри, как они к посетителям. Спускается быстрее. Вот он. Какие малышки. Это плачущий капуцин. Капуцин Плакса. Вот. Сын, так вот ты кто. Плакса капуцин. А я и думала, кто ты. А ты вот кто. Смотри на эту сторону. Лисица три. Идем. Пошли дальше. Вон они сколько сидят, смотри где. Обезьян, вчера дню признал. Пошли посмотрим. Вот.
Смотри, палочка ищет что-то. Палочка. Смотри, палочка что-то ищет. Смотри, это ест. Смотри, это банан называется ест. Шимпанзе. Вон она смотрит. Она не смотрит уже на людей. Смотри, банан выедает. Вон идет. Смотри, банан ест. Выедает хорошо, как смотри. Смотри, палочка что-то ищет. Достает что-то. Палочка. Вот это вот хорошо. Так похоже на людей. Смотри, достает. Не трогай это. Да, все нет, это сосед здесь. Смотри, яблочко нашли. Яблочко. Смотри, палочка. Смотри, Валер, достает. Смотри, палочка, яблочко достает. И этот яблочко достает. Еду сюда кидает, вот сюда. Люди, смотри, что делает. Какой умница, мой, какой умница. Вот они более подходят. Смотри, одно взял, одно держит, смотри. Да вижу. Второй достал. Смотри, качу. Яблочко достал себе. Пошли. А этот научился у этого доставать. Смотри. Они людей уже не замечали. Ну, постоянно косить. Такие руки, смотри, руки, смотри, какие. Лапы какие. Он хочет перебирает. Достать листочек. Ага, листочек хочет достать. А сетка узкая, клеточка сетки узкая, рука сильно не проходит. И смотри, трогает. Ты маленькая. Тут нет никого. А вот смотри. Шимпанзе. Он просто лежит. Лежит, они наверху. А, они другие. Другой отсек. Шимпанзе, да. И вот, смотри. Ну, им жарко. Лежат как наши. Ну, да. Как барин. Пошли дальше. Мне нравится. Смотри. Иди сюда. Щелкнись. Я тебя щелкну. Прям с камеры. Уважаемые посетители, прям с камеры щелкнул. Вот так. Вот так. Только здесь вы можете рассмотреть экзотических животных со всего мира. Сейчас, стой. Двупалые ленивцы, игуаны, вараны, крокодилы, удавы, вот так щелкнул. А также великан среди питонов, пятиметровый сичатый питон. Окунитесь в незабываемый мир экзотики в нашем экзотариуме. О, это пеликаны. Это огромные пеликаны. Большие. А это маленькие их нет. Знаете, какие клювы мощные. Да. Смотри, он себя обчищает. Очищает тушки. Он маленький уже. А это них нет. А это... Птинцы. Это птенец пеликана. Он вначале коричневый, а потом будет белый. Вот они вначале коричневые, а потом белый. Угу. А вот это семья, и вот семья. Смотри. Не трогай, как клюнуться. Ну. Ну что, он сейчас клюнет. А вот смотри. Смотри. Смотри, что делает. Опа, и пошел. Опа. Пошли. А мы еще не везде были. Идем дальше. Ялтинский зоопарк. А здесь кто? О, смотри. Это эти.
чувствует. Барсучки. Нет, не еноты. Еноты. Нет. Еноты. А где у них водичка? Водичка. Нет. Еноты. Они в домике там. Собака, енотовидная собака. Ну, снимай камеру. Смотри. Енотовидная собака. Пошли. Внутри. Так, леопард. Вон он лежит. Ой. Леопард. Ну, жарко, что-то на солнышке бежит. Кивается, воды запалить. В воду он скачил. А он второй леопард. Лежит, лежит. С той стороны обойти. Угу. А вот внутри, посмотри. Смотри. А вот еще одна, помню, носи. Видишь, ей хорошо в водичке. Она же водяная. Внутри. А маленькая большая. Это гуси. Гуси. Советские гуси. Советские. Которые хотят прям на сковородку. Лапчатые. Ой, но они идут так ровненько. Гуси. Серые такие, гуси. Как у нас были дома. Прям копии. У матери, да, такие же были. Поднимайся дальше. Смотри, смотри, там крылышко нет. Вот пришли к медведям. Вот медведи были. Нет, сейчас посмотрим, что здесь. Кошки, это маленькие, лежат. Вот медведи. Медвежата. Хорошо, мы вот там водички сидим. Медведь. Бурый. Бурый. А вон еще один большой. Да, большой медведь. Это, наверное, мамаша, а это медвежонок. Это мамаша лежит. Видишь? Ходит. Угу. А здесь кто? Белка обыкновенная. Где она? Не вижу белку. Была что? Смотри, как мишка стал высоко. Белку вообще не видно. Смотри, чешется об камень. Об камень. Смотри, пошел в водичку. Угу. Пошли дальше. Это гуси. Смотри, 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 гладь, смотри, смотри. Ой, какая большая какая, вышла, смотри. Медведица, медведица. Медвежонок. Смотри, что не упал. Боится он. Смотри, какие когти. Смотри, угу. Иди сюда, иди сюда. Я вижу, не хочу. Не трогай крупным руку. Планом, крупным планом возьми. Дышит, выдыхает. Когти посмотри. Вот такими когтями зацепил Лизу за шапку. Угу. В щите в зоопарке.
вышла, скажет, пустую. Ну ладно, пошли дальше. Им тут тяжело и жарко. Пошли. Для корма вот так, раз. А, для корма, да. Пойдем здесь проходим. Леопард. Там а нету. Вот, а вот пойдем посмотрим. Вон леопард лежит. Вот леопард лежит, да. Под стеклом, видишь, его сделали. Леопард. Так, дальше. Вот леопард. Красную книгу. Были, были, были. Только сейчас там медведь. Вот, смотри, кролик. Вот тут кролики. Вот кролик. Кролик. Декоративный, наверное. Вон какой кролик. Один, что ли? Морковка лежит. Есть подружка. Медведи, леопарды внутри. Иди сюда. Я пока здесь. Давай, становись. Иди. Сейчас. Что с тобой, Саша, смотря? Угу. Вот так давай. Черный. Вот это черный. Вот так. Да, пошли дальше. На другую сторону. Нет, были. Террариум и тигры. Тигры там. Только красивое такое дерево, чувствуешь? Да. Щелкни. Давай. Встала быстро, быстро. Раз, два. Еще раз. Все. Для ребятишек. Okay. Так, дальше движемся. Пошли сюда. Смотри, тигры. Уссурийский тигр, видишь? Они просто лежат. Лежат, лежат.
просто на меня сбросила, да? Попугай. 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 Ара. Ара. Сине-желтый. Ну-ка, какой название? Да, ара, сине-желтый. Ара. Попугаи. Там что? Лавр. Это уже деревья. Олива. Европейское оливковое дерево. А это вот лавровый лист. Вот он лавр. Вот он, листочки лаврового листа. Вот они. Попробуй. Вот я на память возьму. А я знаю, вот он пахнет лавром. Да, это лавр. Вот лавровый лист. На память второй листочек. Лаврушечка себе. Скрыла. Это тоже лавр. Кать, это не лавр. Вот это не лавр, да? А это не лавр, уже другой. А может, это тоже лавр? А, тоже лавр. Смотри. Он? Он. Ну-ка. Ну-ка, дай. Нет. Ну вот. Смотри, какой опоссум. Ага. Куати. Куати. Смотри, как он. Смотри, как близко можно снять его. Видите, с ним близко. Смотри, переживает. Тихо. Что тут? Пришел. Снял быстренько. Думает, кушать дадут. Ага. Это моложе, да, постарше, другой окрас. Поднимайте. У него хвост. Да всеми ходит. Да всеми ходит. Думаю, бегает, может, бегает, с такой стороны. К собачке. Угу. Хвост какой полосатый. Пищит, как интересно. Бежит. Угу. Вот лавр благородный. Ух ты. Лавр. Лавровые листочки. Да, это лавр. Вот они их режут и веники им продают. Лавушка. Лавр, правда, да, лавр. Да. Смотри-ка, лавр. Кенгуру. 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 Бенгальский тигр, Кать. Вон он лежит. Ровненько так лежит. Смотри. Ну-ка, отойди-ка. Я вот это смотрю. Белый бенгальский тигр. О, приблизь. Да. Вот он, белый бенгальский тигр. Как этот альбинос. Угу. Их мало в мире. Памятник, да? Замуж. Да. Грациозно лежит. Щелкнет. Да. Пошли. На тебе лавровый лист. Не хочешь? Четвертый день. Так, вот здесь еще не смотрели, пошли. А вот, видишь, уже с растений. Ну, это террариум, это значит что? Ну, растения, нет, это террариум. Террариум, где живут, где эти. Вон они, прыгают. Смотри, ой, смотри, что? Это лев. Лев, белый лев. И львица. Лев и львица. Белый лев. Он лежит. Какие маслы у него там валяются. Облыленные маслы. Пришел белый тигр сюда. Наверх. Тигр пришел. Да. Вот он тянется. Смотри, чем делает. Смотри. Угу.
Вот отсюда его снять надо. Вон, смотри, лег. Вот он. Вот. Смотри. Худой. Вижу. Ходит он по кругу. Тигр. У меня сразу начинает все это как будто аллергия. Он, видишь, куда лег? Лег, лег. У него большой вольер, вольер. Да, он ходит много здесь. Да, хочет здесь на корягу ноги. Да. А вот здесь, смотри. Куати. А, это вот они. Они же только семейство. Это маленькие. Маленькие забавные. Маленькие не нравятся. Смотри, смотри. Смотри, ну вот это. Угу. Поймалась. Вышел из твоего. Пищит как? Смотри. А ногти-то какие-то, посмотри, какие ногти-то здоровые. Два вот таких ногтя огромных, мощных. Это разрываться. Да, 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 да. Это эти карты. Вот, читай на клетку. А, вот они, Кладя. Сейчас найдем. Сейчас найдем эти дубыньки. Дальше. Морские свинки. Ой, морские. Животные могут писаться. Морские свинки. Да. Расплодились много. А это что? Обезьянки маленькие. Такие вот обезьянки. Обезьянки. Зеленая. Это зеленая мартышка. А вот она сидит, мартышка зеленая. Вон она. Видно, с той стороны можно еще посмотреть. Лучше видно с той стороны. Вон они. Вот зеленая мартышка. Да. Зеленая мартышка. Прыгнуть хочет. Такая шапочка зеленая. Угу. Там еще одна карабкается. Угу. Другой через эту. А, они между собой. Да, они общаются. Ну-ка, там такое. Пошли дальше. Вот, смотри, зебра. А, зебра. Зебра, что вот. О, так она укусит. А вот. Угу. Чапмана. Зебры, чапмана. Пусть не обрывается, не кормит. Не обрывается. Угу. Вот она. Она хочет банана.
Я покормлю ее. Вот на каких львы охотятся? Я покормлю ее. Бабушка! Да ты что? Не надо, не надо. Она рот открывает. Сейчас как схватит за руку. Я же руки открывает. Покрасили, да? Да. Супер. На листочке. Ну, по этой не ходили, а лейте. Пошли домой. Могут кусаться. Угу. Зебры. Зебры. Смотри, кусает эту. Да. Металлическую эту. Злится. Злится, да? Угу. Она почему на этих не может перекусить? Ну как? Львов. А, почему она не может перекусить? Не знаю. А там что? Пойдем повыше. Пошли посмотрим. Ты весь день тут проводишь? Да, я так и хочу. Весь день до зоопарка. Ой, там еще вверху че. О, смотри, это орлы. Белоголовый. Сив. 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 Вон они. Дикобраз. Угу. Вон белоголовые сипы. Так. Дикобраза. Ух ты. Жарится. Жарится. Это дикобраз. Идем дальше. Здесь есть кафе. Тоже вон есть. Тигр бенгальский лежит. Угу. Ну ладно. А тут обойти что, не хочешь? Вон жираф, жираф стоит. Да. Вон он машет. Хвостиком. Большой жираф. Ему видней. Вот как он может? Тигр его. Чего себе высота у него. Вот эти голова. Вот он. Пошли с той стороны. Максим, близко не подходи к нему. Разин, урод. Блин, вот что фотоаппарат у них скажу? А, мама звонит. Смотри, Кать. Он еще на меня облизывает. Облизывает. На меня облизывает. Пошел. Да тут как много, а? Обходить. Очень огромный зоопарк. Вот там язычок, да, вот этого. Он просто получается, что открытый. А что, сейчас надо? Пошли. Ну, теперь что? Ну, ушла германская. Пошли с той стороны. Вот там подъем другой. Вон туалет, кстати.
пошли. Видео. Видео. Так, а это что? Куда мы пришли? Пошли. О, красота. Это на территории тоже зоопарка. Такой вот скверик. Да. Экзотические здесь. Ой, растения. Экзотические растения. Вот финики. Необычные. Вот. Вот, наверное, финики. Да, вот это финиковое дерево. Репа не корень. Смотри красоту дома. А вон такие горы, на фоне гор. Как он будет там дожить? Да, если бы наш домик был. Красиво, да, все тут. На территории. Серый журавль, пойдем глянем. Хотя зайдем в беседку вначале. А вот серый журавль. Подходим к серому журавлю. Вот фазан золотой и серый журавль. Вон фазан золотой. Вот фазан золотой. А вот серый журавль. И воробей. Воробей. Смотри, оп. Который проник. Как он проник-то, интересно. Прыгнул. Серый журавль. И пролез. Уникальный парк «Львов Тайга». Новая жемчужина Крыма. На территории более 30 гектаров львы живут как в дикой природе. А также много представителей африканской саванны. Тигры, жирафы, зебры, страусы, верблюды, обезьяны. Рады встрече с вами. «Львов Тайга». Город Белогорск. Улица Лавандовая. Вот он золотой. «Львов Тайга» для больших и маленьких хищников. Вот. Красивый. Красивый, да. Ух ты. Красивый. Золотой фазанчик. Вот он пошел, пошел. Ну, красивое оперение, очень синие перышки. Крылышки синие, смотри, какой длинный хвост. А смотри, какая у него сделана, как шапочка. Вот здесь, как шапочка. Да, золотой. И так и золотой, да. Воробьям, смотри, раздолье там проникли, смотри, да, корм их не клюет. И там вон, видишь, какая шапочка ходит. Да, 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 да. Золотой фазанчик, вот он. Вот он. А тут, наверное, тетерев, нет? Может, тетерев тут? Нет, это тоже фазан, тоже самочка, а это самец. Пошли вон туда, зайдем. Беседка с вами щелкается. Красиво будет на фоне. Да, иди я тебе щелкну, ты меня щелкни. Сейчас на телефон фотографируюсь. Да. Мама, пока это все. Да. Так. Мы садимся на колесо обозрения. Да. О! На колесе обозрения. Вот тут Катя. Она на колесе обозрения. Да. Вот мы поехали. Находится зоопарк и сказка. Прямо в самом зоопарке. Красиво, гору видно. Вот. Идет подъем. Горы надо. А ты иди туда. Иди туда. Ну иди туда. Иди туда. О, как здорово. Смотри. А вот. Ой, высота птичьего полета. Как здорово, все видно. Сейчас вас увидим, а вон видно трассу, набережную. А трасса, вон море. Вон море. Колесо обозрения. А вон дельфинарий. Там проходят всякие мероприятия, спектакли. С дельфинами, шоу с дельфинами. А-а-а. Видишь?
очень хороший зоопарк. Самый лучший в каких-то. Ой, а горы-то какие красивые. Да. Вот. Очень уютный зеленый зоопарк. Очень понравилось. Здесь прохладно наверху. Мы сейчас сидим, нас ветерком вдувает. О, как красиво тут все. Смотри, вон там видишь, а может там сколько здесь. Может, здесь будет слонов какой-то? Может быть, не знаю. Вот, смотри. Слона мы еще не видели, видели только жирафа. Это горы. А вон там жирафы видно, вон оттуда сними площадку жирафа. Да, вот жирафы. Вон там жирафы, вон жирафы. Вот жирафы. Да. Так, а вот... смотри, дельфин плавает сейчас, с мячиком играет, да, смотри. Да, да, сейчас мы его приблизим. Смотри, играет с мячиком. Вот. Да, смотри, какая красота открывающаяся. Да, вообще супер. Ой. Вот это вся Ялта. Как на ладони. Море, горы. Да, вот это Ялта. Набережную надо сходить на Ялту. Сегодня мы первый день. Вот. Смотри, сколько машин идет, по той дороге мы шли. Вот. Видишь, трасса. Да. Все едут в зоопарк, все машины сейчас идущие в зоопарк. Смотри, какой вид открывается. Да. О, горы такие, посмотри. Вообще супер. Тигры. Тигры, да. Львы. Мы сейчас там шли. Лесенка адреналин. Смотри. Красивый. Вот там особенно. Там. Это Ялта. А вот так смотри туда. Пока и все. Смотрит на мои руки. Ага. Это лама. Лама, да. Лама. Родина Южная Америка. Лама пошла. Сейчас фотоаппарат съест. Сейчас фотоаппарат съест. Не убегай. Сейчас хватит фотоаппарат. Как и верблюды. Да, да, да. Да, если им ничего не даешь, они это злятся. Угу. Пушечев. Угу. Пойдем дальше. Куда пойдем? Так, где мы еще? Как бы не выяснили. Да мы уже, в принципе, почти пошли. Пошли вниз. Вон там, смотри, ходит большой лев. Ну, давай, рассказывай про верблюдов. Вот верблюды. Да. Они могут плеваться. Двугорбые. Мы с Лизой катались в Турции на таких. Так что Лиза, ты верблюдов видела. Видишь, Лева, это верблюд. Животные могут кусаться. Думают, когда же их покормят. Горбы у них пустые, там нет воды, они пить хотят. Да. Куда что, по лесенке? Мы здесь не были, да? Мы проходили здесь. Мы же по лесенке поднялись. Здесь такие цветущие растения. Это мы видели. Красивые. Ой, ну хороший, хороший запах. Угу. Так, Кать, что мы потом, какой по плану у нас? По плану? Угу. Магазин? Нет, потом мы по этим. А, посмотрим. Надо сходить посмотрим. В замок эмира Бухары. Давай, села, села, глянь туда. Ага. Лукошко. Ага. Пошли здесь.
А беседку ты не снимал камеры? Ага. Здесь такая замечательная беседка, в которой мы сфотографировались. Угу. Она на основе горы. Да. Очень красиво. Пошли. Это, Кать, вот это вот все лишнее. Забивание. А вот Катя стоит. Смотрит возле тигра. Возле тигра ходит. Не надо, ты чё, сейчас это, лапой как даст. А чё? Сетка-то мощная. Лапой даст. Да, с лапой. Они тыгри, у мамы сумки. А вверху ещё один смотрит. А у нас было много их. Он просто ходит. Тигр. Все. Пока.